25 декабря в парке Раздолье планируется открыть ледовый каток и тюбинговую горку. Высота аттракциона около 6 метров, а протяженность скатов 30 и 35 метров. Гостей парка в этот день ждут шоу на льду, мастер-класс по фигурному катанию, анимационная программа. Как сообщают организаторы, для всех желающих будут созданы условия для комфортного отдыха.